Давно это было. На далекой Камчатской земле жили оленеводы, рыбаки, охотники. Годы шли, сохранил и приумножил народ свои традиции и мастерство. Да собрались все на выставку-ярмарку «Сказочная Камчатка». Пушнину привезли, украшения дивные и истории о Берингии и собаках ездовых да охотничьих. И путешественников позвали о приключениях поведать. С 22 по 24 февраля региональная выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка. Пушнина и ремесла. Отдых и приключения» в выставочном центре на Северо-Востоке. Информация по телефону 425-125 без возрастных ограничений.